Всем доброе время суток, с вами Ольга. София. София там сидит, мы с ней ездили просто в магазин сейчас. И теперь в машине сидим, едим суши, так как записать видео, кроме как в машине, у нас больше негде. И я хотела бы ответить на вопросы, которые сейчас приходят в личку постоянно, где вторая часть видео про выпускной. Дело в том, что я ее выкладывала на самом деле, она провисела в сети, наверное, часа два, и мне пришлось ее удалить. Так как ученики Софьиной школы, из которой она, собственно, выпускалась, они попросили удалить видео, чтобы, ну, как бы они попали в кадр. Естественно, когда я снимала ребенка, другие дети в кадры попали. И по корейским законам, конечно же, они правы, а мне пришлось видео удалить, несмотря на то, что я просидела над монтажом больше суток, очень так тщательно монтировала, столько времени потратила. Очень обидно, из-за этого у меня пока опустились руки и не хочется снимать видео. В смысле, хочется в будущем, но пока вот это вот сейчас уже, то, что я сейчас снимаю видео, это уже продвижение. До этого мне просто не хотелось ничего снимать, такое неприятно было на самом деле. Вот, ну, я возьму себя руки, все, начнем снимать опять заново. У нас много планов, сейчас у Софьи отпуск, хотела сказать, каникулы. И у нас на каникулы много интересных планов. Но пока я, наверное, отвечу на вопросы, которые вы задавали под видео про школу. Вы задавали несколько вопросов, что касается школы. Я обещала, что я возьму у Софьи интервью, отвечу на все ваши вопросы. Но вопросов было на самом деле очень мало для того, чтобы взять нормальное полноценное интервью. Но хотя бы на эти немногочисленные вопросы я сейчас отвечу, пока Софья здесь, пока она рядом. В доступе, так сказать, я у нее спрошу эти вопросы. Я их помню все на память, так как их немного. И девушка, она спрашивала, как относятся друзья и учителя Софии к тому, что мать у нее иностранка. Софья, ты да, пойдем. Чингуаго. Чильмун дырубуто. Сонсеним들, 니가 니 엄마 미국인이라 어떻게 생각해? 별로 상관은 안 쓰고 그냥 다른 한국 애들처럼 똑같이 같이 잘 지내고 있어요. 선생님도 뭐 외국 엄마라고 별로 그렇게 상관은 안 쓰더라고요. 네, 그냥 똑같이 다른 애들처럼 해주십니다. Второй вопрос там был, сколько длятся у вас, сколько вообще по времени находитесь в школе с утра до окончания и сколько длятся уроки и перемены. 수업이야 학교 몇 시부터 몇 시까지 있어요? 그래서 수업이 하나 몇 분이야? 그래서 쉬는 시간 몇 분이야? 아, 일단은 수요일은 9시부터 1시 50분까지 수업을 하고 그리고 이제 월, 화, 목, 금은 이제 9시부터 2시 40분까지 하고 이제 수요일은 뭐 수업 시간이 수요일은 5개인데 40분씩, 하나에 40분씩 하고 다른 것도 다 40분씩 합니다. 10. Следующий был вопрос. У всех ли в школе есть шкафчики? Софья, это какие случаи баксы есть? Да, в школе есть самурам, которые есть. Тебе что, холодно? Да. Не жарко, я уже сижу, печка работает. Чек, как ты подумал, вот и го. Лука, бойон, гоча, кроме как куда не кем, да никак, он где-то куда-то, ну, кроме баксы есть. Потом там вопрос был не совсем к Софии адресован, а ко мне, как я воспитала таких самостоятельных детей, но это отдельная тема. Если вкратце сказать, если я не буду, скорее всего, на эту тему ролик снимать, если сказать вкратце, то если вы хотите, чтобы ваши дети самостоятельными выросли, то дайте им эту свободу, дайте им эту возможность быть самостоятельными, дайте им, чтобы все они делали сами. Да? Да! Софья, 사람들 궁금해 어떻게 니들 이렇게 스스로 다 참았나? 아, 다 우리 엄마 덕분입니다. 왜냐면 어릴 때부터 뭐 공부해라 뭐 이거 무조건 해라 이런 게 없었고 그냥 다 마음대로 할 수 있게 해주셔서 오히려 하고 싶은 거 제가 먼저 이렇게 다 가서 하고 해가지고 그래도 네 그렇게 된 겁니다. 끝이냐? Да. Утром, кстати, я утром никогда не будила в школу. Ну, как бы вот, знаете, сами они понимают, что понимали с детства, что если она не встанет утром, то она опоздает, и будут проблемы в школе. И как бы, если один раз такое случилось, то второй раз она уже сама будет вставать по будильнику, и мама ей не понадобится.
здорова. Спасибо. Так и во всем, короче. А, следующий вопрос был о том... Следующий вопрос был о том, кем София хочет стать в будущем. Мечтает ли она стать актрисой или кем-то другим? София, нажми благодарю. Я Мабев. Мы закончили Мабев. Только актрисой она и мечтает стать, больше никем. В принципе, это все вопросы. Другие вопросы, как бы они не вопросы, просто люди, ну, как бы вы писали в комментариях, пусть расскажет побольше о школе, пусть расскажет, а как у них там. Дело в том, что без наводящих вот таких конкретных вопросов, на которые я ответила, ребенок не сможет просто сесть и рассказать про свою школу, так как она не училась в какой-то российской школе, какой-то другой, ей не с чем сравнивать, она какие-то вот такие нюансы, да, которые, например, различаются в русской и корейской школе, она их просто не знает, она само собой разумеется. Поэтому вот с такими конкретными наводящими вопросами будет гораздо легче, если вам интересно, там, да, где они разуваются, а как они там чистят ли зубы после еды, а как у них там то, а как у них там все, вот с такими конкретными вопросами, как бы, намного проще будет у нее взять интервью. В общем, если вам интересно, то оставляйте конкретные вопросы в комментариях под этим видео. Будем отвечать. На все. На все. Ну все, до новых встреч. Всем пока. Пока.